хотите, нет, но вы будете плавать в луже крови через 5, 4, 3, вперед, 1. Занятно, клиент. Ладно, предоставляю вам шанс. Бросайте оружие, привяжите себя к стульям и будете жить. Вот у вас не уймется, 5, да ради бога. 4, ба. Ух ты, классно. Считайте, вы трупы, уже умерли. Я просто трясусь от страха. Ну, вы напросились. 2, 1. Заткнись. 5, 4, 3. Ну вот. Где остальное? Я увольняться хотел. Они тут чокнутые. Лучше поздно, чем никогда. Так, без фокусов. Не в лицо! Фух. Я снова к себе. Привет, кстати. О, здравствуйте, сэр. Старк вырвался на свободу. Он где-то на территории комплекса. Вперед! Тони? Роуди, в костюме ты находишься? Нет. Твой исправит? В целом, да. Бегом в главное здание. Познакомлю тебя кое с кем. Мы трое на выход! Живее! В комнате чисто, мандарин на прицеле. Со мной сыграете? Зачем окна бить? Дернуться вздумаешь, нос сломаю. Я не знал, что будут гибнуть люди. Они лгали мне. И это мандарин? Знаю, даже как-то стыдно немного. Я Тревор, Тревор Слеттери. Да, в жизни я пониже, все мне это говорят. Но прежде чем вы арестуете меня, знайте, что я буду сотрудничать. Я расклад сдамся. Такой, черная борода. Говоришь ему, где Пеппер, и тогда он прекратит. Что прекратит? Ай, ясно. Ай, как больно, я понял. Я не знаю, что там за Пеппер, но мне известен их план. Не томи. Что они сделали с моим костюмом? Я не знаю, но все случится у побережья. Там у них стоит какой-то корабль большой. Хотите, отвезу вас. Тони, богом клянусь, я сейчас просто покалечу его. И их планы каким-то образом связаны с вице-президентом. Это важно? Типа того. Да, самую малость. Ну? Что будем делать? У нас нет транспорта. Да. Эй, звезда. У тебя вроде был катер, насколько я помню.